Ролик «Философия», лекция 1. Что такое философия? Телеканал Тюменского государственного университета. Ну, это мы сейчас просто получим представление о качестве преподаваемого материала. Вот. И по сути своей это будет предуведомление. Небольшое предуведомление ко всему дальнейшему курсу лекций и к семинарским занятиям. Почему эта тема смешная? Потому что общего и однозначного ответа на вопрос о том, что такое философия, не существует. А не существует его потому, что вообще-то никто и никогда над этим голову и не ломал. Преподаватель Тюменского государственного университета говорит очень-очень забавные вещи. Что никто не ломал голову над тем, что такое философия, и ответа, что такое философия, нету. Ну, или это он так просто у нас шутит, или это у нас уже целенаправленно обманывает слушателей, студентов. Давайте попробуем разобраться. Особенно этот вопрос не стоит слишком большого внимания. Точно так же, как ни один физик, или ни один историк, ни один политолог не ломал голову над вопросом, что такое наука вообще. Так, то есть, что такое научный метод, известно, да? Что такое наука, известно на уровне определений. Что такое философия, известно на уровне определений. Это можно просто открыть энциклопедический словарь и прочитать, что такое философия. И у нас индивидуум уже, получается, на полном серьезе нам задвигает такие вещи. Ну, очень... Для них совершенно справедливо науки вообще не существует, а существуют конкретные науки – физика, политология, история. Науки вообще не существуют, а существуют конкретные науки. Ну, ошибочка, ошибочка. И наука вообще в целом существует. Называется она философия, можно так сказать. Потому что есть научный метод, который существует, и законы логики, которые существуют. Любая деятельность по познанию этого мира, если вы осуществляете эту деятельность в рамках научного метода, это будет являться наукой в целом. И деталировка – это просто разделение науки. Это мы имеем тело, которое вы можете разделить. Разделить на химию и органическую химию, биологию, ботанику. Можете в целом это зоологией назвать, то, что вы там в части разделили. Можете энтомологию вычленить. Но говорить, что нету биологии, потому что есть энтомология, говорить, что нет науки вообще, потому что вы так-то решили поделить, это некорректно. Вот точно так же и философии вообще не существует. А есть конкретные философии, их довольно много. Сколько предметных областей, столько философий. Есть философия истории, философия... Философия истории есть. Так, то есть нету целого, есть частности, из которых это целое состоит. Где-то мы это видели. Это когда у нас ручки нет, а колпачок есть, или что там было у нас с доцентом Склечетом? Политики, философия общества, философия бытия, философия права, философия природы. Есть даже философские вопросы физики, математики. У каждой науки имеются свои философские вопросы. И более того, в отличие от, скажем, ученых в конкретных научных областях, где их
отличие друг от друга обусловлено разницей в предметах познания. Философии различаются еще не только по предметам познания, но и по субъектам этого познания, то есть по авторам философских учений. Есть философия Гегеля, это одно. Приехали. Философия Гегеля. Продукт, создаваемый Гегелем, не является вообще научным продуктом. Это человек запутался, бормочет там в рамках нелогичных действий, единства противоположности. Человек, не понимающий первый закон логики, по ошибке записанный в ученые, и вы на него ссылаетесь. Грубо говоря, определенный такой коллапс представлений у человека присутствует. Есть философия Ницше, это другое. Есть философия Жиля Делеза, это третье. Так, то есть научные школы, неважно верные, неверные, корректные, некорректные, мы называем философиями и вгоняем их, объединяем в общее тело. В результате в общем теле у нас и научный продукт, и всяческий гной, который вокруг этого кустится. Ну да, качество образования... Философии зачастую друг на друга не похожи. Так что ответить на вопрос, что такое философия вообще, чрезвычайно трудно. Может быть, и в научном смысле не надо. Так, итого. Вот ролик 1:16 длится. Мы досмотрели до 3:13. Человек говорит, что если взять вот эту вот всю бредятину, которую мы подразумеваем как философию, воспринимаем как философию, то тогда все, приехали. Мы не можем насчет чего-либо конкретно сосредоточиться. И у нас нет философии, и все, что он говорил до того, в пользу этого свидетельствует. Так, то есть, это вот состояние мышления, когда нет никакой конкретики, когда в государственном университете, Тюменский государственный университет, преподается вот эта вот жижа, не имеющая отношения к научному продукту, это все влечивается в голову ученикам, которые впитывают фамилии лжеавторитетов, которых они будут тоже считать Гегеля, они будут считать философом. Гегель — это демагог, который не мог сосредоточиться. Вы его философом. Вы его продукт бессмысленный. Преподаете в вузах. Почему вы его преподаете? Потому что когда-то власть в России посредством британской вот этой инвазии революционной, Карла Марксовской, захватили коммунисты. Этим коммунистам нужна была эта диалектика Гегеля. И они этот безмозглый продукт назвали философией и принесли в систему образования. И уже сейчас коммунистов нет, а вы продолжаете вот этот вот бред нести. Есть первый закон логики. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. А если вы берете и человека, который первый закон логики не понимает, и который... Единство противоположностей и вот эту вот всю бредятину, диалектику, которая переросла в марксистскую диалектику якобы, и вы это все, эти все течения называете научным продуктом, это катастрофа интеллектуальная. Ролик был «Философия. Лекция 1. Что такое философия? Тюменский государственный университет». Просмотр закончен. Нельзя так подобное смотреть, нельзя на подобное ориентироваться. Это все деструктивные материалы. С вами был Виктор Катющик, телеканал «Научный трибунал».